там вот находили вот эти вот удивительные кадры, когда вдруг замираешь на каком-то актере, замираешь, когда видишь, как человек, который явно не солист, и он не поет, он только произносит слова, поет на сцене, и вы находите это. Вот эти вот, это количество «да», эти сцены, которые происходят, и мы видим, как все работают. Вот эти вот артисты, Миманса, хоровые актеры, певцы хора, которые всегда стоят как столбы, вдруг начинают двигаться. Как это? Вы ловите эти моменты, счастье даете. Ну, это надо брать камеру и снимать, а говорить по этому поводу не интересно. Как это быть потом снятым материалом? Под снятым материалом? С трудом. Я могу себе представить. Сколько было часов отснято? Сутки целых. И отсюда 60 минут.